Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Клан Сибирских Цветочниц. А сегодня мы с вами будем делать салат. Я вам расскажу историю возникновения этого салата. Он никак не называется, он называется салат по имени салат. А как вообще такая мысль в голову пришла? Смотрите, когда-то, лет 20 назад, в нашем городе было такое небольшое симпатичное заведение. Я даже не помню, как оно называлось, но там была курица, гриль. И, соответственно, всякие салатики. Оно было очень популярное, в него ходили, большая была проходимость, все покупали. И пока стоишь в очереди, рассматриваешь витрину с салатами. Салаты-то там были буквально на любой вкус по одной простой причине. Эти салаты были настолько ассорти, насколько можно было себе это представить. Сейчас я солью эту водичку. Потому что это была примерно, ну вот, не знаю, такая не такая пластиковая, короче, тарелка. И там лежало 4 кучки разных продуктов. То есть это могла быть, допустим, ветчина порезанная, капуста, яйца и кукуруза. Или это могла быть помидоры, сыр, не знаю, там огурец и кукуруза. Или рыба отварная. Плюс морковка отварная, плюс сыр, плюс кукуруза. И все, что объединяло эти салаты, это была именно кукуруза. Поэтому, но тем не менее, знаете, они все пользовались спросом. Их все покупали. Вот, все абсолютно. Ну, то есть видно же было на витрине, насколько они там убывают, насколько их приносят. Поэтому с тех пор я периодически, когда вот вообще нет времени абсолютно, я делаю такой салат, салат по имени салат. И сегодня я туда помещаю то, что у меня остается. И вот у меня вчера даже не было времени его сделать. Я вчера просто порезала, шупленочка какая-то из-под яйца. Вот, я просто порезала курочку. У меня была курочка жареная, вот остатки. Я ее порезала мелко-мелко, и вчера же порезала укроп. Он у меня чуть-чуть подсох, но так не слишком критично. Вот. Сегодня я быстро-быстро сварила яйца, и все, и все. И на этом вступает в законную силу замечательная кукуруза. Ну, не знаю, чтобы не рекламой звучало, мне нравится фрау Марта. Фасоль, кукуруза, он одна еще скакала куда-то. Мы ее выбросим. Фасоль, кукуруза, зеленый горошек, в общем-то, неплохие такие. У них овощи, но вот он, пожалуйста, уже салат. Его остается посолить, его остается заправить майонезом или сметаной, что считаете лучшим. Поэтому пользуйтесь вот этой идеей сборного конструктора. Ничего нового я вам сегодня не показала и не рассказала. Но, надеюсь, зарядила позитивом, и салат получится и вкусный, и яркий из-за этой кукурузы. Спасибо вам большое. Вы были на канале Клан Сибирских Цветочниц. С вами была Анжелика. Пока-пока.